С 10 октября между окружной столицей и Надымом вновь начнет курсировать пассажирский автобус. В неделю он будет совершать 3 оборотных рейса. По средам, пятницам и воскресеньям на маршрут выйдут автобусы малого класса вместимостью 19 пассажиров. Время в пути около 5 часов. Стоимость проезда в одну сторону составит 2000 рублей. Напомним, проезд для всех видов транспорта на дороге Надым-Салехард открыт с 1 октября. С пробным расписанием движения автобусов можно ознакомиться на сайте Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЕНАО, а также в диспетчерской службе перевозчика по номеру телефона 8902 81 641 13.